Всем привет! С вами Даня Плей, и сегодня мы будем раскрывать посылочку. Это мои фигурки, которые мне прислал один человек. Я обменялся с ним ВКонтакте. Ну что ж, давайте откроем посылочку. Там должно быть 5 фигурок. Да, вот я уже их вижу. Что ж, давайте я сейчас открою. И что ж, первая фигурка у нас это Сенсей Ву. Вот такой вот он классненький, мне нравится. Сейчас я включу вспышку. Чтобы было лучше видно. Вот у него такое классное кимоно. Черное. Я не знаю, с какого он набора, напишите, пожалуйста. Также у него вот такое вот лицо с седой бородой. И золотая вьетнамка. Очень классная фигурка. Мне нравится. Сзади дракончик нарисован. Вторая мини-фигурка это Гермиона Грейнджер из Гарри Поттера. Вот такая вот Гермиона. У нее тут костюм из Хогвартса, из школы. Первое лицо. И также есть у нее. Ой. Также есть у нее второе лицо. Вот такое вот. Немножко недовольна. Фигурка вообще в отличном состоянии. Далее. Третья мини-фигурка это Ниндроид из Ниндзяго. Ну, такая фигурка вполне простая. Но классненькая. Мне очень нравятся ниндроиды. Четвертая фигурка это Зейн, если не ошибаюсь, DX. Если я не прав, напишите в комментариях, пожалуйста. У него здесь нарисован такой вот дракончик золотой. Также у него есть два сюрикена. Есть у него одно лицо вот такое вот. И также маска. Также есть принты снизу. И принт с его стихией и с его именем Зейн. И что ж, последняя, самая долгожданная фигурка, это Скейлз. Это змея. Простите, мне тут позвонили, и вот я продолжаю обзор. Такой вот Скейлз очень классный. У него такие красные глаза гипнотизирующие. Это гипнобрайны. Там их, по-моему, 4 вида змей. Нет, 5. Анакондра, гипнобрайны. Потом Виномария, Фэнгпайр, что ли. Я не помню, их много разных таких. Но у него здесь очень классные принты. Такой хвост особенно мне нравится очень. Сейчас вот покажу еще, что сзади находится. Сзади тоже такие принты. И хвост. Это самая хорошая деталь в этой фигурке. Он, знаете, такой прорезиненный. Ну, короче, мне нравится. Он очень такой гибкий. Ты-дан-ты-дан. Я очень рад своему обмену. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии. И сегодня выйдет 2 обзора на журнал Ниндзяго номер 2 с Ллойдом в кимоно. В черном и на журнал с 3 номер Ниндзяго с Сойером из банды Сынов Гармадона. Всем пока и удачи!